Продолжается сезон уборки яблок. Сейчас собирают осенние сорта. В одной из агрофирм под Кременчугом, где созрел Golden Delicious, побывала Наталья Ткачук. Деревянная насадка на ящике с яблоками – это ручной калибратор. Без нее не обходится ни одна уборка яблок. Для первосортного Голдена идеальный размер 6,5 сантиметров в диаметре и больше. Именно такие яблочки идут на местный рынок и на экспорт. Катя бригаде главное по размерам. Через ее зоркий глаз ни кондиция не пройдет. Яблочки хорошие, спелые, зрелые, плотной консистенции. Голден – любимый среднеспелый сорт многих хозяек. Лимонно-зеленым делишесом можно и похрустеть, и на закатку. Он самое то. На пюре деткам, на добавки к кашам, на сухофрукты, на компоты, на варенье, на просто еду. Golden Delicious растет под Кременчугом уже 13 лет. Почти каждый год сад дает отличный урожай. В этом тоже неплохой, но погода подкачала. Деревья подпитывали и поливали. Урожай не рекордный, но вполне показательный. И яблочи, которые, как на ярмарку, хоть отбавляй. Сейчас в моде, говорит главный агроном, абсолютно чистый Golden, а не тот, который из-за так называемой желтой сеточки считался раньше более сладким и ценился больше. Если, да, 20 лет назад, 30 лет назад были у нас совсем другие вкусы, и Golden выбирали именно по сетке, вот именно, чтобы оно было полностью таким. Вот это считали, что это Golden и что вкусно, то сейчас чуть-чуть поменялись взгляды и так далее, и люди хотят, чтобы яблоко было идеально чистым. Специалисты называют Golden яблоками лёжкими. То есть их можно складывать на хранение, и они долго не будут портиться. Только со временем светло-зеленый цвет поменяют на золотистый, и уже не будут так звонко хрустеть. Но все витамины и вкусовые качества сохранят. Меньше диаметра 65-ки пойдет на сок на Каменский консервный завод. И, наверное, процентов 90 у нас будет стандартный первый сорт. В основном мы работали предыдущие года на экспорт. В этом году будет часть на экспорт, надеемся на это. И в основном нашим яблокам будет радоваться и будет кушать наше население. После Голдена в этом саду будут убирать Флорину и Глостер – зимние сорта красных кисло-сладких яблок. И Семеринку – любимые яблоки тех, кому нельзя сладкое и кто любит покислей. Наталья Ткачук, Леонид Мастак, ТСВ.